Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что свадебная программа «Давай поженимся» вернется в эфир уже в конце июня. Об этом сообщает ТАСС. Такое заявление Эрнст сделал во время Петербургского международного экономического форума. Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей, заявил он. При этом телеведущая шоу Лариса Гузеева не стала подтверждать или опровергать эту информацию, а переадресовала вопрос Первому каналу. «Звоните на канал», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов. Ранее Константин Эрнст, а также Юлия Пересильд и Клим Шипенко стали лауреатами государственной премии.